Ребят, всем привет! Не могу не поделиться этой красотой. Посмотрите, как шикарно цветет флокс, зацветает очеток и цветет наша гортензия метельчатая. Какая это красота! А какой аромат стоит, вы только не представляете. Это что-то такой красивый, такой красивый. Какой у нее цвет? Посмотрите, шикарно, какой у нас здесь флокс расцвел, разросся. Вот синий еще он новый, но он должен разойтись, пару лет ему надо, годик-два, будет очень шикарный куст, красивый, душистый, красотень, красотень. А мы вернулись с отпуска. У нас опять в Германии дожди. Мы немножко навели здесь порядок. Посмотрели на наших... За нашими лягушками. Что-то они у нас никак не растут. Не знаем мы даже. Давайте посмотрим вместе, где они у нас тут. А, вот они. Видите? Почему-то они маленькие. То ли большие выросли, разбежались, то ли, не знаю, они очень долго растут. Может, такой сорт или не знаю почему. Вот, ну, фонтанчик, как всегда, солнца нет. Не играет, как хотелось бы. Вот, это тоже у нас не играет без солнышка. Что здесь сейчас на грядке? А, крот у нас завелся опять. Ну ничего, вроде бы не своровал. Тут у меня достаточно этих цветов. Вот. Нарыл. Нарыл нам нору. Вот. Виноград у нас поднимается. Все хорошо. На следующий год, я думаю, что уже будут плоды. Можно будет уже пробовать. Вот. Что здесь? Что здесь? Вот эти вот цветочки цветут. Сами тут посеялись. Я их оставила. Не знаю, их название забываю. Знала, забыла опять. Расцвел наш камыш. Камыш расцвел. Красавчик, красавчик. Вот. Ну, в принципе, так. Больше ничего. Ничего. Вот ягода цветет. Еще цветет. А, за кал хотела сказать. Кал у меня третий год, но в этом году, в том году осенью я его пересаживала. Но вот вырос. Вырос, но не цветет. Может, из-за того, что я его пересадила, он еще не оклемался. Или, может, место ему неподходящее. Но понаблюдаю еще годик-два, потом посмотрим. Потом посмотрим. Но так вроде бы вырос. Угу. Да. Вот. Такие дела у нас, ребята. Такие дела. Давайте выйдем на улицу. Давно я там уже не снимала. Но здесь ничего. Здесь ничего у нас больше не цветет, кроме вот ромашек. Не то они уже отцветают. Я кое-какие уже подстригла. Вот. А здесь, ну, я вам уже говорила, да, что мы здесь выравниваем. Немножко скос был, и мы выравниваем сейчас той травой, которая скушена газонокосилкой, мы сюда ее набрасываем, чтобы выровнять землю. Ну вот, опять он самостоятельный вырос тут сам по себе. Очеток вот тут вылез, выглядывает. Ну, а тут такая вот наша клумбочка. Ну и, в принципе, все. Там в доме мы не бываем практически, потому что из-за дождей мы здесь не бываем. С отпуска вернулись, приехали на дачу посмотреть, как тут и что. Вот. Нет-нет, вот хотела подстричь, его забыла опять. Геранька наша. И вот смотрите на эту красоту, как он разросся. Тень нам делает. Дожди, солнца нет, он нам тень делает. А этот что-то в этом году это плохо идет.
не такой пышный и нарядный, как в прошлом году был. Вот. Ну, в принципе, вот так вот. Такие вот остатки роскоши. Здесь у нас еще Коляряби. Ой, ты красавица пришла. Смотрите, у нас тут гость я. Малина разрослась, надо будет подстричь ближе к осени. Ну и такая вот колярябки. Одну я выбросила, которая треснула. Ждем. Это я для сына сажу, для среднего. Он сказал, мама, сейчас мы через 3 дня опять в отпуск уедем. С отпуска вернемся. Обязательно соберем. Я ему сейчас предложила, он не захотел. Вот. А, ну и соседский виноград, конечно же, смотрите, у нас это вот ореховое дерево, грецкий орех высокий. И виноград. Сейчас я немножко его приближу. Вот, да. Видите? Виноград уже полез на дерево. Мой муж обрадовался, говорит, Лена, у нас будет виноград. Ну, то есть, соседка, пожилая женщина, она, естественно, туда не полезет. Скажет нам собирать. Хотя мы ее и не видели в этом году еще здесь. Вот такие дела, друзья. Все, буду с вами прощаться. Вот, айва у нас еще растет, еще не готова. Соседская. Вот. Так что будем ждать урожая. Всем пока-пока и до новых встреч.